Молдова очень красивая страна, и мало кто об этом знает. И вот мы и показываем всему миру и прежде всего своим землякам самые классные ее локации. Пока вы настраиваетесь на позитив, мы едем в следующую точку нашей страны с хорошим настроением и без загранпаспорта. Ролик создан при поддержке USAID, Антрим и Министерства культуры Республики Молдова. Этим утром я проснулся уже на юге. Столько маршрутов, даже в Кишинев ездить некогда, а тут открыл глаза и оказался посреди виноградника. Во дворе 19 век, телеги и сено, хотя кошка, мяч и велик современные. На завтрак каша с изюмом, то что надо для длинного веломаршрута. Гостевой дом Каса Буникулы – это часть недавно открытого туристического маршрута. Всего ассоциацией Антрим на юге Молдовы их запущено аж 4 штуки. Наш сегодняшний называется C3 и проходит от села Плоп до села Пашканы, где я проснулся. Так что вечером еще раз вернемся сюда, чтобы расслабиться. Еще сегодня я возьму велик и заеду на нем прямо в будущее, в котором Молдова выглядит как Дубай. Буду гонять лошадей и гусей по Кагульскому району и чуть не расшибусь на кочках в самом Кагуле, в результате чего придется стирать вещи в молдавском гейзере. Бабушка, можно чуть-чуть порошка? Постараюсь этот гейзер поджечь и спрячу деньги для подписчиков на вершине холма. Наша совесть здесь чиста. В итоге я попаду сразу на две винодельни и красиво уеду в закат. Я победил. Для начала надо добраться в исходное положение, в первую точку нашего маршрута. Это не близко, так что смотрим в окошко и познаем мир, пока все идут на работу. Красивые колодцы, церкви и много аистов, как в гнездах на столбах, так и в виде памятников. По количеству велосипедистов Кагульский район напомнил мне Копенгаген, а вот дети разочаровали. Раньше показывали неприличные жесты, а сейчас пошли такие, что просто улыбаются и машут в камеру. Никакого контента. В селе Плопь, откуда стартует веломаршрут, все дают по спорту. Вот девушка бежит прямо по трассе в соседнее село, а пацанов мама послала в магазин за хлебушком и подсолнечным маслом. У входа на винодельню пасутся кони и уже отдыхают в своем доме на колесах работники. Здесь, в селе Плопь, находится первая точка этого маршрута, длина которого около 50 километров. Лучше всего это расстояние проехать на велосипеде, но можно исхитрить, как это делаем мы, и часть маршрута проедем на машине. Поехали. Винзавод открылся еще в советское время и тогда назывался «Цыганка». Сейчас под брендом «Джитана» тут производятся самые разные виды вина, которые попадают людям в бокалы по всему миру. Только посмотрите на эти бочки и представьте размах происходящего. Первый отрезок проходит по полям, которые бороздят трактора и пацаны на мотоблоках, и лесам, где живут олени и кайфуют коровы. А что, жевать траву и производить молоко можно и лежа. На первой же смотровой площадке открывается вид на озера. Не обижайтесь, но к ним я не поеду, они находятся в Румынии, а на съемки Ферозаграна я езжу без паспорта. Но есть и хорошая новость. Прямо здесь, рядом с одиноким, но очень мощным тополем, я заложу капсулу для подписчиков. Кто ее найдет, получит 500 леев. А я вам сейчас покажу, откуда готовилось выдвижение по нашему сегодняшнему маршруту по югу Молдовы. Еще 4 позиции, я вот карту привез. И если бы вы поддерживали наш канал на Патреоне, то уже за 6 часов знали бы примерную локацию того, где я буду прятать эту капсулу. Наша совесть здесь чиста.
Вот так я засадил капсулу прямо в дерево рядом с муравейником. Смотрите, чтоб не покусали за руки и ради бога не заденьте колючую проволоку, а то повредите хозяевам забор. Откроем карту. Стартовали мы на винзаводе в селе Плобь. Сейчас я оставил капсулу в тополе на этой смотровой, откуда видно реку, пруд и озера, а дальше мы едем в село Готешты. Готешты – село непростое, и даже на въезде тут стоит предупреждение. Внимание, в селе много интересного. Самое главное здесь – это термальный источник. Слышали что-то про Баден-Баден? Вот типа такого. Я давно хотел его потрогать и наконец добрался, но пробираться приходится по указателям маршрута. Это значит, что еду правильно. По пути встречаю много велосипедистов и местных байкеров, которые по маршруту катались задолго до нас, и много всякого прикольного. Коровы пасутся в зоне пикника, осел на обочине призадумался, олень на доме замер, а люди собрались на семейное событие. Как всегда, прикольные остановки, голуби на колодце выступают за мир, а флаг Евросоюза спокойно развивается над советским солдатом. В этой погранзаставе надо брать разрешение, если хочется сходить к реке Пруд, но я просто съел бутерброд и продолжил путь. Поехали дальше. Это последняя собака перед гейзером. Вот он. Только представьте, каков поток воды. Ее хватает, чтобы наполнить все эти озера, еще и в реку Пруд впадают остатки. Очень мало официальной информации об этом источнике, и очень зря, потому что, судя по всему, он уникален даже по европейским масштабам. Вода, которая отсюда течет, она имеет постоянную температуру в 30 градусов, как пишут в интернете. Но я не очень верю, потому что, по моим ощущениям, она где-то градусов 20. Но в чем прикол? Эту температуру она сохраняет на протяжении всего года. Даже когда на улице минус 20, она все равно плюс 20 или 25. Местные жители, как, например, эта бабушка, предпочитают стирать именно в этой воде, потому что она, как они утверждают, не оставляет разводов на одежде. Кроме того, эту воду называют лечебной не только местные жители, а и приезжие специалисты, которые измеряли в ней уровни тех или иных микроэлементов. В ней есть кальций, калий, магний и самые различные соли, которые заживляют раны, омолаживают кожу и даже лечат болезни. Но главное, ради чего я сюда приехал, это провести эксперимент. Действительно ли эта вода горит? В интернете много информации о том, что действительно люди ее поджигали, и она горела, потому что попутно выходят какие-то газы, которые воспламеняются. Сейчас проверю. Проблема в том, что сегодня очень сильный ветер, и я даже не могу на этом ветру зажечь нормально зажигалку. Но так или иначе, искры из нее идут, но вода не загорается. В итоге ветер стих, и я зажег зажигалку, но ничего не бомбануло. Зажигалка горит, вот прям огонь сейчас горит, но из зажигалки. Ничего не воспламеняется дополнительного, или я этого просто не вижу из-за ветра. Вот фото, которые делали ребята у этой же трубы совсем недавно. Если приедете в спокойную погоду, поджигайте сами и скидывайте мне видео. Опубликую. А пока одолжил у бабушки тазик. Сама она стирает вещи своему сыну. Несмотря на то, что ей тяжело даже ходить, от помощи она отказывается и часто улыбается. На юге Молдовы уже третий день. И моя любимая маечка уже не очень свежая. Так что я попрошу у бабушки немного порошка и тоже ее постираю. Бабушка, а можно чуть-чуть порошка? Пахнет чуть-чуть серой, но лучше, чем потом. Вот, спасибо за тазик вам. Спасибо. Noi facem un filmuleț pentru televiziune. Окей, la revedere, o zi frumoasă. Вокруг воды всегда жизнь. Утки, гуси, лебеди, цапли. Кони радуются жизни, дети ловят рыбу, а овцы отращивают шерсть. С высоты это все вообще завораживает.
Согласно буклету, в селе Зернешты остановок нет, но мне стало интересно просто по нему пройтись, когда я увидел этот парк. Захотелось отдышаться и прокачаться на этой патриотической качели минут 5 хотя бы, пока мимо проезжают велики с местными пацанами и коляски с молодыми мамами и бабушками. Встав с качели, я наткнулся на своего тезку и на суровую беседку, в которой не пьют вино, а перебирают моторы от тракторов. Представляете, в Зернештах даже был кинотеатр. Вот здесь располагалась киноафиша. Она сохранилась. Сейчас это место используется как место для объявлений. Здесь ремонт стиральных машин и визы в Европу. Хотя у нас без виз, я не знаю, наверное, рабочие визы предлагают. И еще работа в Германии тоже здесь присутствует. Кроме этого, есть деньги в кредит. Не советую брать. По таким домикам можно подумать, что мы уже в Германии, но ретро-дом культуры возвращает в не такую уж и плохую реальность. Судя по программе, тут проходят концерты и спортивные соревнования, а по этой лепнине я понимаю, что кино крутили именно тут. Если южно-молдавскую степь представить пустыней, то тут мы попали в оазис. Green Village – это целый туристический комплекс с 3 гектарами территории и 3 зонами отдыха. Гостиничными номерами с рестораном, территорией кемпинга с беседками и большой аквазоной. «2022 год. Молдова уже не та, и молдавские деревни уже не те. Ни грязи, ни запаха навоза, только роскошь и уходящий вдаль стриженный газон». Такой домик сколько стоит у вас? Цена 800 лев за двоих со включенным завтраком. Тут вид на бассейн и ресторан. Главное здесь это вид. Именно для того, чтобы его подчеркнуть, архитектура тут именно такая, основанная на панорамных окнах. Взгляните на этот ресторан. Нет, не снаружи, а изнутри. Стен как будто бы нет. Зона кемпинга – это большая зеленая территория. В беседке провели воду, свет, установили холодильники и запаслись углем на весь сезон шашлыка. В первую очередь, когда турист приезжает, он должен быть в хорошем настроении. Тогда все пройдет хорошо. Отдыхающим одеваем на руки браслеты. И с таким браслетом доступ есть по всей территории. Приезжают туристы даже с Южной Америки к вам. Что им тут так нравится? Симплица. В первую очередь простота. Наш вкус и оригинальность. Они не любят, когда все слишком пафосно и сложно. Еще им нравятся молдаване. Наша гостеприимность и открытость. За этим они и приезжают. Был у нас случай, когда приехала семья из Франции с палатками. Пара с 3 детьми. Сначала оплатили кемпинг на сутки, но в итоге так понравилось, что остались на неделю. А это голубятня, ребята. Внутрь людей не пускают, но незваные гости там как-то все-таки оказываются. У вас открытый вольер. Вы как-то их считаете? Может, есть такие, которые улетают и не возвращаются? Или наоборот, посчитали, а у нас еще соседские прилетели. Бывает такое? Бывает, конечно. Улетают наши, прилетают чужие. Иногда даже орлы залетают охотиться. Пересчитываем их 2 раза за сезон. Весной и осенью. С вином здесь тоже все окей. 4 года назад посадили ровные ряды виноградников. Скоро будет урожай. В этом году ждем первый урожай. Сорта Каберне, Фитяско и Рары.
Выехал из села Рошу и практически сразу оказываешься в Кагуле. Это самый большой город юга Молдовы, и он точно заслуживает отдельного выпуска, но сегодня мы транзитом. Центральные кварталы города легко спутать с кишиневскими. Магазины известных брендов, торговые центры и новострои, среди которых можно найти вот такие милые домики и даже такое. Что-то на американском. Чтобы кишиневцы понимали, что они в гостях, здесь названием города гордо подписали столбики и ограждения на перекрестках. Видно, что в Кагуле любят альтернативный транспорт, и наш веломаршрут не зря проходит через город. Прокатиться на гироскутере по центральной площади – любимое занятие местной молодежи, которой тут много во многом благодаря крупному университету. Вот граффити у входа в него. Мне же на велике понравилось кататься по таким мелким аллейкам. Не ради понтов в Кагуле установлен памятник фламинго. На самом деле на местные озера эти птички часто залетают в гости, и закат я хочу встретить на одном из них. Точнее, на плавнях, которые прилегают к одному из самых крупных в Молдове – озеру Манта. Площадь Кагульских плавней – 15 квадратных километров. Это идеальная среда для животного и растительного мира, и просто прокатившись тут на велосипеде, встретить можно кого угодно. Я наткнулся на лебедей. И снова мы в Пашканах. На этот раз в статусе покорителей 53-километрового маршрута. Первым делом за это надо что? Правильно, зайти в подвал и рассказать про местные вина. Хотя дегустатор из меня такой же, как и открыватель бутылок с вином. Есть. О, я победил. Да. Китайская няга довольно распространенная. Хай на рок. На рок. На рок. Меня извинит на мной. Интересно, что на серии бутылок изображен осел. Ослов тут уважают. На юге Молдовы они часто заменяют собой грузовик, и место на этикетке явно заслужили. А реально ослы здесь играют важную роль в домохозяйствах? Ну, конечно. Они же помогают. Мы все-таки находимся в сельской местности, и у нас еще сохранились вот эти древние традиции. И это вино экспортируется в Польшу. У него есть все сертификаты и стандарты, необходимые для экспорта. Чтобы поужинать, поднимаемся в ресторан. Тут стараются готовить из местных продуктов. У нас есть недалеко озеро, буквально в 500 метров. Самое большое озеро натуральное Республики Молдова. И на берегу озера пасутся коровы. Мы покупаем у местных наших жителей молочную продукцию. Это творог, это сметана, это молоко, брынза, которую мы, в принципе, и потом ее используем в нашей продукции. Меня больше поразило, насколько могут быть разными голубцы. Такие, как тут, я вообще никогда не пробовал. Вроде бы голубцы и голубцы, но на самом деле здесь сразу много секретов местных. Во-первых, они не вареные, они запеченные. Во-вторых, они не на винограде, как обычно принято делать в Молдове голубцы, а на квашеной капусте. И за счет того, что они не вареные, рис остается не разваренным, а внутри чувствуется цельные куски мяса. Вот сколько отличий от того, какие голубцы раньше я ел. Это был тяжелый, но очень увлекательный день на юге Молдовы. Завтра я проснусь и снова поеду изучать маршруты Антрим, а ты подписывайся на Зургалейбл и ничего не пропусти. До встречи!